Стас. Что пришел? Здравствуй. Ну, день добрый. Ну, как ты тут? Ну, як? Живу помаленьку. Слушай, а как ты тут зимой ты живешь? Ты поверишь, а теперь вот тепло. Как теперь тепло, так может быть и зиму так. И без печи. Ни кури, ни пи. С кабетами не гроши. Ну, займись спортом. Ближе к спорту. Притерпись к нагрузкам. Ну, можешь переночевать, то есть перезимовать. Вот так. Любым днем и любой порой года. И дров не треба ніяких, и угля не треба. Ну, теперь уже ж кризис настає, можно даже на экономию пуститься. Вот. А слабейшие, хворейшие, нехай. К этим услугам отопительных систем ближай. Слушай, Стась. А тады? Здоровье не убавится, а прибавится. Почитай свои стихи. Гляди, интересуешься. Ну, может, коли так, пойду погляжу.